Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – свята, які очікують нас вже завтра. Саме про це ми і поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Координатором сімейних програм Миколаївського товариства єврейської культури Катериною Павліщевою і координатором волонтерського центру Миколаївського товариства єврейської культури Олексієм Єфремовим. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Очень рады вас видеть, таких светлых, красивых и полных энтузиазма. И, конечно, творческих планов. И я сказала нашим телезрителям, что тема нашей сегодняшней беседы – это праздники, которые мы будем встречать уже через несколько дней. Катечка, через 10 дней мы будем встречать Хануку. Праздник Ханука, да. Будьте добры, когда именно он начинается? 24 декабря мы будем зажигать первую ханукальную свечу. И мы уже, Николаевское общество еврейской культуры, очень активно готовимся к этому празднику, потому что праздник чуда, светлый праздник. Мы готовимся, театральная студия наша готовит спектакль к этому празднику. 25 числа у нас состоится премьера, это наш 10-й спектакль, называется он «Размороженный», так что мы всех приглашаем 25 числа в 12:00 в Общество еврейской культуры. Будем рады видеть. Это готовит наша театральная студия. Наши дети готовят творческие номера. Наш семейный клуб, дети с родителями готовят мастер-классы, проходят у нас, они на них будут готовить подарки для наших пожилых людей, для себя также, для своих родственников. Мастер-классы у нас всегда к каждому празднику проходят очень интересно. В этом году наши дети будут делать ханукию, и из дерева это будет ханукия, они ее будут хвойными веточками украшать, различными декорациями. Вот. Также мы будем делать пряники имбирные. Настоящие, которые можно есть? Да, настоящие пряники имбирные будем делать. Также украшать их будем атрибутикой, разрисовывать в ханукальные свечи, ханукальную атрибутику, савивоны и так далее. Также мы будем печь пончики. То есть очень насыщенная программа и очень весело, ярко. Мы всегда готовимся к этому празднику. Так. Катечка, вы сказали, что Ханука – это праздник чуда. Прежде чем мы вернемся к деятельности еврейского общества нашего Николаевского, будьте добры, несколько слов. Праздник чуда. Какого чуда? Почему он окрашен в такие красивые, яркие и веселые тона? Ну, произошло чудо очень много лет назад, когда не хватило, надо было зажечь огонь, но все думали, что масла хватит на один день, и зашли в храм, но нашли кувшинчик с маслом, думали, его хватит на один день, и произошло чудо, масло горело все 8 дней. И с этого дня отмечается праздник Ханука, и каждый день мы зажигаем, добавляем каждой свечечке по свечке, и вот такой праздник существует у еврейского народа. И вот он символизирует, наверное, то, что жизнь бывает, что кажется, что ну все, вот оно все уже, больше некуда идти, а масло добавляется, добавляется, и жизнь продолжается. Это совершенно верно. Катя, и наше еврейское общество, сколько лет существует? 26 лет. 26 лет – это кусочек жизни целой. И за эти 26 лет очень-очень много ярких и замечательных событий произошло. И происходит каждый день, потому что центр постоянно насыщен самыми разными событиями. Да, очень много у нас происходит. У нас очень много программ и направлений. Это и художественная студия у нас, и танцевальная студия, и театральная студия, и бисероплетение, и, ну, очень много студий, всех не перечислишь, но я думаю, уже все знают про общество еврейской культуры, оно участвует всегда в городских мероприятиях и в областных мероприятиях. Всегда является украшением любого праздника. Да, мы также активно участвуем в фестивале «Дружба», поэтому мы знакомы со всеми общинами, и все знают, что у нас всегда происходят очень большие, красивые мероприятия. Также у нас есть музей в Обществе еврейской культуры, у нас есть большая библиотека, у нас работает и студия «Батика».
И у нас есть молодежный клуб и подростковый клуб. Также у нас есть большая волонтерская сеть, работает волонтер-комьюнити называется, где наши волонтеры, Леша вот расскажет про наших волонтеров, также занимаются разными направлениями. Вот мы хотим подчеркнуть, дорогие телезрители, что Николаевский еврейский центр, он не только умеет хорошо веселиться и вести просветительскую и культурную работу, но еще и очень большая работа ведется в направлении помощи, помощи тем, кто так нуждается в ней. А бывает и выясняется, что помощи требует каждый человек. Да, Алексей? Да, у нас достаточно большое количество программ, направленных и на пожилых людей, и на детей, и на молодежные движения. Да, наша волонтерская сеть занимается различными видами деятельности. Допустим, сейчас у нас стартовала новая программа, которая называется «Крылья доброты». Ух ты, такое название красивое, да? Да. «Крылья доброты». В которой принимают участие волонтеры, пожилые волонтеры, ходят в гости к пожилым людям. Они находят общие темы для беседы, они друг другу помогают, им проще и нам весело от того, что им хорошо. Вот. Мы принимаем участие также во всеукраинских акциях «Від серця до серця», «Зроби країну чистішою». Допустим, да, в прошлом году мы убирали на нашем Нижнем БАМе. Также у нас есть очень длительная акция, которая называется «Уборка интернационального кладбища». Там принимает участие вся община. Семейный клуб, подростковый клуб, молодежный клуб. Я как яркий представитель молодежного клуба тоже там всегда, ну и как волонтер. В общем-то, все. То есть вы не чураетесь никакой работы? Никакой. Даже если требует дело, чтобы засучить рукава и пойти подмести или выгрести мусор? Ну, у нас также есть, да, и это направление. Мы бабушкам помогаем. Если кому-то надо починить табуретку, то нам звонят, и у нас есть волонтеры, и молодые волонтеры, и пожилые волонтеры, которые готовы это сделать и помыть окна. У нас есть мамы, которые в какие-то дни тоже идут, моют окна. То есть, ну, община живет этим, мы помогаем друг другу, мы их радуем, мы, наши родители ходят по пятницам, у нас есть праздник Шаббат, который мы отмечаем каждую пятницу, какая-то часть людей остается, вообще не встречает Шаббат, а некоторые семьи идут к пожилым людям, которые прикованы к кровати, не могут выйти уже на улицу, и они встречают вместе с ними в пятницу, готовят пакеты заранее, собирают продукты какие-то, кто-то что-то мамы готовят, они зажигают с ними свечи, делают кидуш, преломляют халу, то есть полностью обряд Шаббат проводят в этих домах. Также у нас детки маленькие, у нас есть дедушка, которому 103 года. 103 года? Да, он живет один. Телезрители, внимание, 103 года! Наверное, это один из старейших жителей города Николаева, которому 103 года. Дай Бог, чтобы вы тоже дожили. Да, он очень любит, это доктор Канарш Лев Борисович, может, его кто-то знает. Мы всегда его навещаем на все праздники, и не только на праздники. Он очень любит, когда к нему приходят детки маленькие, поэтому мы всегда берем детей, они несут ему угощения, они с ним общаются. Он немножко плохо слышит, но он, ну, хорошо себя чувствует, он передвигает нормально по квартире, и вот мы сидим с ним, общаемся, они поют ему песни, стихи рассказывают, то есть вот, ну, так живет у нас община. Вот вы сказали, Катя, сейчас слово «община». Каждый человек, он не застрахован от одиночества, но, наверное, от одиночества страдают очень много людей, можно быть как бы и в обществе, и одновременно с этим быть одиноким. А вот слово «община», оно как-то объединяет и не позволяет людям чувствовать себя совершенно одинокими, что вот ты один-один, и больше никого нет на всем белом свете. Вот община наша, которая беспокоится о том, чтобы, ну, никто не чувствовал себя одиноким. Да, мы стараемся, мы хотим охватить сейчас по максимуму всех наших бабушек и дедушек, как мы их называем, да, наши подопечные, чтобы они не сидели, потому что у многих дети уехали за границу, да, очень редко появляются.
Они сидят дома сами и не знают, что у нас происходит. Те бабушки, которые сейчас к нам приходят на наши концерты, также мы сейчас для наших бабушек стали делать семинары, вот, учить их, как надо общаться с чуть старше бабушками, дедушками, с чуть старшим поколением. Что то есть им те бабушки рассказывать? И дедушки, они... девчонки и мальчишки по сравнению с другими бабушками, да, дедушками. Они еще бегают, они ходят на все наши мероприятия, в библиотеку ходят, ездят на экскурсии в разные города, участвуют, ну, активно участвуют в нашей жизни. И вот они сейчас ходят и рассказывают все это своим, мы их знакомим, первое знакомство у нас происходит, они общаются, находят общие темы, и тем самым вот сейчас так развиваем вот эту программу «Крылья доброты». Ну и также сам у нас семейный клуб родителей и дети, у них тоже уже у каждого есть свои любимчики, у кого они встречают шаббат. Ну, община у нас, вот, ну, родители всегда, когда они после работы к нам приходят вечером, то есть они, вот, они сами говорят, мы попадаем в какую-то атмосферу семьи. То есть домой им не хочется идти, они уже идут, они идут к нам. В центр, как, в центр, домой, как домой. Да? Они, дети идут на занятия, у родителей есть свои интересы. Кто-то занимается аэробикой, кто-то у нас есть настольные игры с еврейской тематикой, они играют в эти игры. То есть они вот полностью себя чувствуют как дома. И до 9 вечера они находятся у нас. Поэтому также у нас есть семейный лагерь. То есть по итогам года мы всегда год у нас... Все... Детский лагерь? Нет, лагерь тоже у нас семейный. Ух ты, семейный это, лагерь. Ну, тоже как уникально, здорово. Потому что три города, вот, ну, еврейский семейный лагерь есть в трех городах Украины. Вот, и Николаев остался, у нас есть такая возможность поехать в лагерь на берег Черного моря, отдохнуть, мы готовим программу заранее, мы уже планируем тему лагеря, у нас каждый вечер вечерние мероприятия, у нас лекции, у нас мастер-классы к нам из города приезжают, проводят какие-то известные люди мастер-классы творческие, мы лектора приезжают в лагерь также из Николаева, известные профессора приезжают или из других городов, читают лекции. Вечером наши родители, мы их делим на команды, они готовятся к вечернему мероприятию. Это всегда у нас театрализованные мероприятия, это вокальные, танцевальные мероприятия. То есть, ну, неделя пролетает лагеря очень быстро, и мы всегда его, ну, ждем, и лагерь у нас уже 17 лет, мы ездим на берег Черного моря. То есть результаты, есть о чем говорить, да, Катечка? И есть как дальше развивать это направление именно семейного лагеря летнего. Но лето будет летом, да. А сейчас пока зима, но тем не менее это не мешает вам жить таким полноценным и очень насыщенным событиями днем. Алексей, вот вы говорили о том, что о пожилых людях, вы говорили о молодежном движении, а вы еще сказали, что есть и детское волонтерство, да, да, волонтерское дети движение. Принимают участие во всех, как бы, волонтерских акциях, ну, подбадривают морально пожилых людей, ну, и также тоже помогают физически, когда у них есть такая возможность. Также у нас, я забыл упомянуть, есть прекрасная акция всеукраинская, называется «Марафон не стареет», «Марафон мечта не стареет». И мы сейчас активно принимаем участие в этой акции. Вчера к нам приезжал оператор, который снимал исполнение трех мечт наших бабушек. Ух ты! Вот. Люди остались довольными. И о чем мечтают бабушки, да? О чем мечтают бабушки? А бабушки и дедушки тоже мечтают. Ну, есть там некоторые виды исполнения мечты, как бабушка попросила кроссовки на колесиках, чтобы кататься. Еще была бабушка, которая попросила, чтобы ее отвезли в тир пострелять. Какие у вас активные бабушки. Да. В тир пострелять, на роликах покататься. Одна хула-хуп хочет крутить. Вот вчера ее мечта сбылась. Ее научили наши хореограф. Научила ее крутить хула-хуп. И бабушка очень счастливая ушла с хула-хупом домой крутить его. Ну, мечты очень разные, конечно, здоровье тоже, они мечтают о здоровье, но здоровье мы не можем дать, но какую-то частичку счастья, как сковородку или тележку для того, чтобы было удобно ходить в магазин, у нас появились волшебники, в данном случае сейчас были наши родители, которые собрали на эту тележку, и мы вручили, и на сковородку, то есть, ну, мы продолжаем, у нас и на страусиную ферму мечтают бабушки поехать. То есть очень такие мечты разнообразные. На перегонки со страусами побегать, может быть. Наверное. Если захочет.
Если вот. Детки маленькие у нас готовят своими руками на занятиях какие-то подделки для бабушек и дедушек и несут тем самым в дом, это, ну, вот считается тоже волонтерство. Также некоторые дети уже 8-9 лет, они вместе с нами убирали интернациональное кладбище, носили ветки. То есть у нас активно развиваются все направления, которые мы придумываем. Телезрители наши сейчас смотрят нас и думают, вот хорошо им, живут они очень весело и без забот. Нет, друзья мои, и наши гости тоже, у них есть заботы, а еще есть работа, которая проводится в направлении, чтобы никогда не забывали о том, что было. А история еврейского народа, она, конечно, полна и трагических дат. И вот этот год, который уходит, 2016, это год 75-летия со дня очень трагической даты Холокоста, да, да. Екатерина? И совсем недавно, 12 декабря, у вас был вечер памяти. Да, мы решили завершить этот год таким вот мероприятием в Николаевском академическом русском театре. Вот у нас есть афиша, да, вот перед вами, телезрители. Да, концерт-поэма. Концерт-поэма, организованная управлением культуры, национальности и религии Николаевского облгосадминистрации, Николаевским государственным высшим музучилищем и Николаевским обществом еврейской культуры. Коллективы и солисты музыкального училища, они исполнили произведения разных авторов, это в которых звучали темы войны и трагедии. Также у нас очень много мероприятий, ну, происходит на протяжении года, и митингу памятника, который стоит у нас жертвам Холокоста, и наша театральная студия каждый год тоже делает постановку, посвященную Дню Холокоста. Ну вот, знаете, всегда хочется больше радоваться, но как-то жизнь, наоборот, склоняет к тому, что больше скорбей в этой жизни. Но, тем не менее, есть даты, о которых нельзя забывать, конечно. Вот одна из них – это Холокост. Вы сказали, Катя, что завершается год 75-летия Холокоста. Да. То есть на протяжении всего года проводились вот такие проводились мероприятия, да? Беседы, лекции, семинары, конференции на эту тему проводились. Сейчас выпускается книга о праведниках Холокоста, о праведниках, о спасителях. И также эти праведники, дети этих праведников были на нашем концерте. И сейчас Николаевским обществом еврейской культуры выпускается книга, которая совсем недавно будет презентация этой книги. Вы уже узнаете больше о ней. То есть готовится к выходу книга, которая увидит свет уже буквально вот в этом году, да, Екатерина? Ну, думаю, да. Ну, может, скорее всего, в январе уже ближе. Вот также будет 27 января, тоже День памяти катастрофы. И я думаю, что ближе к этой дате будет эта книга. А также Общество еврейской культуры выпускает, ну, очень много книг и на тему войны, и судьбы евреев Николаевщины. Также недавно был издан путеводитель по еврейским местам Николаева. Вот. Прямо путеводитель по еврейским местам, да. Николаева. Да. А что он в себя включает? Там все места, которые есть, ну, в Николаеве. Есть фотографии мест, как выглядят они сегодня, как они выглядели раньше, где жили знаменитые евреи, где какой-то памятный знак был. То есть, ну, если эту книгу листать, очень можно долго и много о ней говорить. Она очень красивая. Я думаю, если захотите, у нас можно будет такую организовать встречу о наших книгах. Книг у нас очень много. Я думаю, что это интересно не только евреям, а вообще и жителям города Николаева, потому что в каком ты городе живешь? В многонациональном городе. А евреи очень много вложили именно в расцвет и развитие города Николаева. О чем тоже нельзя не говорить и о чем нельзя не помнить. Екатерина, Алексей, и, конечно, все эти программы реализуются у вас в жизни. Вот они не остаются только... Вот вы когда собираетесь, там вы составляете программы, и бывает, знаете как, суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. Это не про вас. Нет, мы стараемся, мы все выполняем, все, что мы запланировали в течение года, мы выполняем.
И, конечно же, все программы остаются, но мы всегда придумываем что-то новое, добавляем к своим программам еще новые программы, и тем самым мы развиваемся и развиваем молодежь. И подростки у нас также развиваются. Сейчас существует подростковое движение, IGT называется, где наши дети, подростки, которые у нас выросли, дети с 3 лет, к нам приходят, вырастают. Сейчас они ездят на семинары, развивают лидерские свои качества. К ним приезжают на эти семинары лекторы из Америки, из Израиля, учат их, как становиться лидерами, как общаться с людьми. То есть активно развиваем и подростковое движение также сейчас. Вот это очень важно, потому что подростки – это такая сложная, сложный срез общества и слой, который, если вовремя ими не заниматься, то кривая может далеко увести. Ну вот мы стараемся, чтобы ребята сейчас приходили к нам вечерами, они встречают шаббат, они учат историю еврейского народа, они изучают традиции. Не говорят, что им скучно, лучше. Ну, я думаю, если бы им было скучно, они бы не приходили, да. А так им есть чем заняться, они не пойдут на улицу вечером, да, сидеть на лавочке где-то, а они приходят к нам, у них очень много программ, и творчество художественное, и традиция, и история, и танцы они учат, и в спектаклях они участвуют, и во всех праздниках, и также в семейном волонтерстве участвуют, готовят какие-то подарки ко всем праздникам, тем, кто нуждается в этом. Алексей, вы как представитель молодежного волонтерского движения, еще чем вы можете привлечь молодежь таким, что она действительно, вот как Катя говорит, чувствует себя как дома в своей среде? Ну, молодежь мы привлекаем за счет того, что у нас есть театральная студия, на которой очень приятно находиться и во время репетиции, и принимать участие в репетиции. Вот. Также мы привлекаем молодежное движение, то, что мы часто тоже ездим на различные семинары, мы знакомимся со всеми по всей Украине. Иногда у нас есть семинары и выездные за границу, когда мы знакомимся со всеми ребятами из стран СНГ. То есть у нас в основном мы привлекаем общением, тем, что мы открыты и ждем новых друзей. Ну да, ничто так, ничего так не хватает сегодня, вот как именно общение, простого человеческого общения, которое вы и можете предложить и молодым, и пожилым, ну и то есть людям разных возрастов. Да, мы стараемся угодить всем. И молодые у нас очень любят общаться с нашим клубом пожилых людей. Они готовят для них праздники, молодежь в том числе. Они и танцуют им, и поют, и миниатюры готовят. И день именинника у нас существует каждый месяц в клубе пожилых людей. Наша молодежная организация волонтерская готовит праздник нашим бабушкам и дедушкам. Мы встречаемся, и они с удовольствием смотрят наш концерт, играют в конкурсы, как дети, викторины и даже мыльные пузыри, они тоже в восторге, когда для них ребята готовят какое-то мыльное шоу. Ну, то есть бабушки как дети. Ну, правильно, потому что и очень юные, и очень пожилые, они как бы объединены одним качеством, вот этой простоты души, которой не хватает людям среднего поколения. Но ведь не секрет, что существует некое разделение, вот люди пожилые, а люди молодые. И молодые не хотят понять пожилых, а пожилые не хотят понять молодых. У вас существует такая проблема, Катя? Мы не сталкивались с такой проблемой. Тоже, вот, я вижу, так Лёша даже недоуменно на меня посмотрел. О чем это вы, да? У нас все находят общий язык. Бабушки всегда рады поддержать с нами общение. Даже мы их учим новым каким-то работами с новыми... Например, на компьютере. Компьютеры, да, скайп. Обучаем их, чтобы они могли со своими детьми общаться, которые за границей. То есть, ну, мы очень... Они всегда знают, что они могут прийти за помощью, мы никогда им не откажем. Вот сейчас в эту пятницу наши представители клуба пожилых людей, бабушки, которым уже 70-75 лет, и молодые мамы, которым 35 лет, едут на семинар. Вместе семинар куда, в Одессу, семинар волонтеров. Они едут сейчас в Одессу на 3 дня, где тоже будут их лекторы обучать, учить, рассказывать, как правильно заниматься волонтерством, как разговаривать
и так далее. То есть для того, чтобы заниматься волонтерством, для этого тоже нужно обладать определенными навыками, знаниями. И умениями, и знаниями? Конечно. Да. Очень много программ составляют специально для таких семинаров, и потом и психологи, и тренинги разные мы проводим, чтобы правильно волонтерить. Катя, а вот если самое главное, чтобы правильно волонтерить, как вы изволили выразиться, что для этого в первую очередь нужно? Должен быть порыв. Главное – хотеть это, не заставлять, а хотеть. Если человек это хочет, то он всегда это делает с открытым сердцем и душой. Алексей. Да, главное – желание. Желание помочь кому-нибудь. Хотеть помогать кому-то, кроме себя. Главное вот, радоваться улыбке твоего подопечного, которому ты пришел, ты помог, и тебе достаточно просто его улыбки, чтобы получить заряд бодрости и желание продолжать вести свою волонтерскую деятельность. Здорово. Друзья мои, у нас еще есть буквально там несколько секунд, и из ваших уст я бы хотела услышать для телезрителей, что вы бы хотели в преддверии праздника Хануки пожелать своим не только соотечественникам, но вообще всем людям, потому что нас-то видят все. Ну да. Мы бы хотели пожелать всем, конечно же, здоровья, счастья, благополучия. Мы всех рады всегда видеть в нашем Николаевском обществе еврейской культуры. Мы ждем всех и всегда научим и поможем всем нашим программам, которые у нас существуют, и милости просим, будем всегда рады. Алексей. Да, мы всегда будем всем рады, всегда всех ждем с открытой дверью. И волонтерское движение будет всегда вам рада и вашим рукам. Вот так вот. Спасибо большое, друзья мои. И, как видите, друзья мои, нет у нас повода, опять нет повода унывать, потому что есть места, где вам всегда будут рады, по-честному рады. Це була розмова на тему. На все добре.